Родина без дітей – як день без сонця. На жаль, іноді навіть найщасливіший і найміцніший на вигляд шлюб закінчується розлученням. І якщо таке стається, і батьки розпочинають між собою війни, то для дитини руйнується світ. Ви вже зрозуміли, що сьогодні тема нашої передачі – відверта розмова з Оксаною Кличко-Макаренко, практикуючим медичним психологом, і ми говоримо про те, як відчувають себе діти, коли розлучаються їхні батьки. Отже, Оксана, наскільки дійсно актуальна ця тема, яку сьогодні ми починаємо обговорювати? Ну, ви знаєте, зараз ми живемо в таке інтересне время, когда у нас количество разводов соизмеримо с количеством браков, которые заключаются. И если раньше ну, развод – это было какое-то такое событие, которое случалось с теми, ну, например, кому не повезло, то сейчас можно говорить о том, что пережить состояние развода может, в принципе, любой человек. И это уже такая вот норма, скорее даже люди, которые один раз вступили в брак и прожили с этим одним человеком всю свою жизнь, там вместе 50, 60, 70 лет, то вот очень скоро такие люди будут экзотикой. Поэтому мы сейчас приходим к тому, что у нас возникает потребность научиться правильно разводиться. У нас даже уже появился такой термин в психологии, как серийная моногамия. Угу. То есть когда люди ну, из одних серьезных отношений да, переходят в другие отношения, создают семьи, рожают в них детей. Это прям несколько поколений детей, потому что ну, дети часто бывают с большой разницей в возрасте. То есть ребенок от первого брака, от второго брака. Да, вот, чуть-чуть медицина у нас, дай бог, подсуетиться будут и, это, и третьи дети, то есть третье поколение детей. Вот, и понятное дело, что именно состояние развода, если это, будем говорить, здоровые люди, то есть это не там, психопаты, социопаты, которых мало, слава богу, вот, а обычные нормальные люди, то, конечно же, для обоих это так или иначе является стрессом. И мы когда-то уже в одной из передач с вами говорили о том, что, в принципе, то, как люди переживают состояние развода, зависит от того, с каким посылом они входили в это состояние брака. То есть если это был брак по каким-то внешним причинам или какой-нибудь а-ля студенческий брак, там, а давай вот из интереса, а поженимся, ну давай, вот, и то они также легко могут в какой-то момент и разойтись. А если люди входили в брак именно с посылом, что мы будем рожать детей, жить долго и счастливо, умрем один день, и строить семью там, и так далее, то, конечно же, вот момент, когда нужно разрушать эту семью, он является болезненным и болезненным для обоих. Это вот если провести аналогию какую-то, знаете, как больной зуб, да, когда мы очень долго, вот он болит, и мы очень долго ходим вот до последнего, там, пьем таблетки, примочки какие-то прикладываем только ради того, чтобы не пойти к стоматологу. Но сейчас вот стоматологи используют массу средств для того, чтобы обезболить этот процесс, да. А вот если вспомнить еще совсем недавно, как вырывался зуб, да, то действительно человек будет вот до последнего терпеть и делать все, что угодно, но только бы не идти к стоматологу, потому что вот предвосхищение вот этой боли, вот этого вот отрыва, да, которое ожидается в этот момент, оно настолько страшно, что легче переносить эту боль и еще пытаться как-то там реанимировать, а вдруг само пройдет, а вдруг как-то там заживет, пинать эту пресловутую мертвую лошадь, да, вот, и пытаться еще что-то там сохранять. Хотя это, ну, как бы не совсем правильная позиция, ну, не совсем здоровая. Ну, и по итогу, прежде чем там говорить о детях, мы должны понимать вообще, что происходит с родителями в этот момент, когда они находятся в состоянии развода. А в состоянии развода это большая потеря той жизни и того уклада вообще, в котором человек находился долгое время. То есть понятное дело, что некоторые семьи разрушаются, люди даже разъезжаются, меняют там свое местоположение, уезжают в другой город. Даже если не уезжают в другой город, то они разъезжаются по разным квартирам. Это какие-то вопросы, которые связаны с финансами, да, нужно будет ну, вот, менять эту схему, которая, да, которая... Выяснение отношений. Да. Вот. Это какие-то вопросы по поводу окружения. Часто окружение ну, вмешивается в этот процесс разводной и добавляет еще как бы, плюшек своих туда. Причем они скорее не помогают, а мешают. Начинается там подкидывать всякие там
дополнительные ситуации, какие-то шуточки или какие-то, или какие-то, да, какую-то информацию дополнительно вливать, значит, начинается вот это вот растягивание, накручивание людей дополнительное. То есть и все это создает определенный стресс, понятное дело, когда мы, когда в одну единицу времени происходит такое большое количество событий, то понятное дело, что это большая нагрузка на психику, и человеку, который находится в данный момент в этой ситуации, очень сложно с этим справляться. Ну и вопрос детей, он, естественно, тоже стоит остро, потому что, ну, во-первых, нужно определяться, что делать с детьми, потому что мы можем развестись с супругом или с супругой, то есть удалить этот больной зуб, но мы не можем перестать быть родителями, то есть это уже не отменить ни психологически, ни физически, то есть с детьми мы развестись не можем, они в любом случае остаются. И нужно принимать какие-то решения касаемо того, как дальше взаимодействовать, да, в новых условиях, в новой этой действительности. Діти ж, вони, знаходячись в родині, вони так чи інакше відчувають цю напругу, якщо, наприклад, навіть дорослі приховують, да, і там під ковдрою десь там виясняють свої стосунки, да, або може навіть між ними виникають спори, то дитина так чи інакше про це знає. Да? І якщо їй не розповісти про те, що відбувається, ми вже говорили про те, що вона починає приймати це на свій, що вона винна в цьому, вона також може переживати, міняти свою поведінку, якось страждати. Але якщо от батьки зайняті своїми психологічними проблемами і там матеріальними оцими всіми там розподілами і всім іншим, то от, ну, як зробити, щоб дитина не страждала і дійсно зрозуміла, що от, ну, сталося так, що ми розлучилися, але ми любимо тебе і батько, і мати, в тебе є батько, і мати, і ти можеш бути спокійний. От є приклади, чи все-таки більше такого, де дитина от сама на себе залишається і мовчки переживає це страждання? Ну, у нас є в обществі как бы, дві такі позиції діаметральні. Да? Одна часть считает, что для ребенка это будет очень большим стрессом, развод родителей, а вторые считают, что ребенку вообще фиолетово, по большому счету, что там у них происходит, то есть ребенок живет своей жизнью. На самом деле не является верной ни первая, ни вторая, истина, как всегда, где-то у нас посередине. Вот. И разные дети реагируют на эту ситуацию по-разному, и это зависит от поведения родителей, это зависит от возраста ребенка, ну, от каких-то его тоже психофизиологических особенностей, потому что, например, если мы говорим про детей младенческого возраста, то такие дети больше будут опираться на те эмоции, которые они считывают с родителей. Они как абсолютно зависимые существа, да, то есть они полностью сконцентрированы на том, что переживают, что чувствуют и как себя ведут родители в этой ситуации. Если родители достаточно спокойны и стабильны, если они не пытаются свой эмоциональный дисбаланс, вот этот, который вызван этой ситуацией, перелить на ребенка и каким-то образом нагрузить его туда, то тогда для ребенка, скорее всего, это стрессом не будет, он просто примет это как изменяющиеся условия, он будет сопротивляться. Скорее всего, ну, опять-таки, в зависимости от ребенка, да, если маленький совсем ребенок, то он не будет, он просто это примет. Если ребенок постарше, то он, скорее всего, будет пытаться включаться в эту ситуацию каким-то образом ее стабилизировать, причем вернуть в то состояние, в котором она была до этого. По причине того, что дети у нас эгоцентричны, они воспринимают мир, ну, исходя из собственной призмы, что я на нее влияю, на этот мир, я могу что-то изменить. И часто, вот, допустим, самый тяжелый такой возраст, когда сложнее всего детям переносить подобного рода перемены, это от 6 до 10 лет. Это вот как раз тот возраст, когда ребенок может очень активно включаться. Ну, если неправильно родители себя поведут, ребенок может активно включаться и пытаться помирить родителей. И дети на самом деле этого возраста, они готовы на многое. И могут разных чудес натворить для того, чтобы родителей объединить. То есть начиная от каких-то там экстраординарных поступков, заканчивая элементарной болезнью. То есть ребенок готов принести как бы в некотором смысле себя в жертву ради того, чтобы мама с папой сплотились и начали вокруг него танцевать, и тем самым как бы объединить эту семью. Все это происходит по причине того, что ребенок – существо очень консервативное. То есть я люблю этих взрослых, они вот рядом со мной, мне комфортно, я хочу, чтобы они всегда были в доступе, и поэтому я буду пытаться максимально сохранить ту ситуацию, которую имею, которая для меня удобна. И в данной ситуации очень важно, чтобы родители поставили ребенка в известность
Желательно это сделать вместе, даже не, ну, очень рекомендуется это делать вместе, для того, чтобы ребенком воспринималась ситуация как обоюдо принятое решение. Да? Второе, нужно объяснить ребенку, что ты никоим образом на ситуацию, к сожалению, повлиять не можешь, это наше решение. Мы не смогли договориться друг с другом, и это только наша проблема, ты тут абсолютно ни при чем. И с тобой мы будем продолжать общение в том же русле, в котором было и до этого, то есть ты продолжаешь быть нашим любимым мальчиком или девочкой, вот, и все будет как бы сохраняться, мы будем пытаться сделать это максимально удобно. Ты можешь испытывать по поводу этого негативные чувства, ты можешь злиться, ты можешь там плакать, ты можешь расстраиваться, ты можешь кричать, мы это все прекрасно понимаем. Вот, ну, к сожалению, ситуация такая, какая есть, и мы, как бы, твои проявления на этот счет мы примем. И вот очень важно не запрещать ребенку что-либо чувствовать, то есть не говорить там, ничего особенного не произошло, то, ну, успокойся, ну, чего ты там переживаешь. То есть у ребенка будут негативные чувства, и, скорее всего, будут даже какие-то, ну, ситуации аффекта, могут быть. Вот. И важно родителям в этот момент повести себя просто грамотно и мудро и принять эту ситуацию, позволить ребенку выплеснуть вот эту вот внутреннюю энергию, да, которая у него скапливается в связи с этими эмоциями. Вот вывести ее наружу и показать, что, в принципе, мы принимаем, но, к сожалению, вот ситуация такая, какая она есть. Ну, наскільки я знаю, от зі свого досвіду, коли там розлучались батьки у моїх однокласників чи там у друзів, то перша дитина починає гірше вчитись. Також вона може захворіти, як ми вже тільки що обговорили. Вона може шукати собі компанію десь на вулиці, да? Шукати людину чи групу, яка буде її любити, да? Яка не буде оцим, ну, розірваним отим світом, який вона втратила з розлученням батьків. А чого не можна ні в якому разі батькам робити? Ну, от, наприклад, ще така дуже зараз поширена тема, про це навіть дуже багато сюжетів на телебаченні роблять, не знаю навіщо, правда, коли війни між батьками, дітей крадуть один в одного, говорять, мама поганий, мама погана, тато поганий, дитина між двох вогнів. І що тоді відбувається з дитиною? Ну, то, о чем вы говорите, это называется грязные игры, и мы на эту тему с вами поговорим в следующей нашей передаче как раз. А вот я сегодня хочу больше сказать о том, как скорее нужно и правильно вести себя с ребенком в этой ситуации. То есть однозначно нужно быть с ребенком открытым, нужно быть с ребенком честным, не нужно скрывать действительно то, что происходит, потому что вот это вот... такая у нас есть такое убеждение, тоже активно гуляет в массах, о том, что при детях ссориться нельзя. Но по факту мы очень часто имеем ситуацию, когда, значит, между родителями явно что-то происходит, естественно, ребенок это чувствует, то есть вот когда там, я не знаю, утром там папа выходит на кухню, мама уже там, и вот это холодное «здравствуйте», там «доброе утро», и уже по интонации понятно, что как бы есть вот это напряжение и холод, и в то же время как бы мы при ребенке не ссоримся. Вот, и ребенок находится в таком состоянии какой-то неизвестности, непонимания того, что происходит. То есть мы не выносим как бы эти конфликты, в то же время мы не учим ребенка с этими конфликтами справляться. То есть для него конфликт является игнорированием. Да? Вот если люди игнорят друг друга, то вот это вот правильный способ. Как они разрешают этот конфликт, ребенок не видит. А в своей взрослой жизни, хочет того или не хочет, но мы иногда сталкиваемся, причем с разного уровня, конфликтами. То есть это не совсем правильная стратегия в плане воспитания своего ребенка. То есть нужно говорить о том, что, ну, вот у нас сейчас там возникли какие-то трудности или какое-то непонимание. Допустим, я не знаю, к чему это приведет в итоге, но ты не беспокойся, это не, с тобой вообще никоим образом не связано, потому что очень часто дети начинают думать о том, что, ну, может быть, это потому, что я плохо игрушки складывал, или потому что, там, я не знаю, там, папа пришел уставший, хотел спать, а я там кричал, и поэтому папа уходит из семьи. Ну, вот какие-то такие штуки. Mm-hmm. Очень важно, чтобы родители понимали, разделяли роли супругов и родительства. Потому что часто эти роли очень смешаны бывают. Допустим, вот то, о чем вы говорите, что начинают поливать грязью просто вторую сторону, или начинают там ребенку рассказывать какие-то вещи, которые, ну, знать не нужно.
или рано по возрасту, да, как-то пытаться очернить своего партнера и тем самым как бы переложить вот этот свой эмоциональный груз на ребенка и его еще дополнительно накрутить. Не нужно держать ребенка в этом состоянии неизвестности, когда он не понимает. И бывают ситуации, когда родители боятся сказать ребенку о том, что мы разводимся, и они начинают там придумывать всякие разные истории на предмет того, что там папа уехал в командировку. Надолго. Надолго, да. Вот, или еще что-то такое. То есть ребенок понимает, что в принципе что-то происходит, но вот его держат в этом напряжении. Да? Еще раз повторюсь про то, что должна быть поддержка чувств ребенка. В любом случае, да, вот то, что с ним происходит, он должен иметь возможность каким-то образом отреагировать. И опять-таки вот грязные игры. То есть попытаться максимально убрать манипуляции и прочие вещи по отношению к ребенку. И желательно, конечно, это сделать и по отношению к бывшему партнеру или потенциально бывшему партнеру, но, к сожалению, часто у нас разводы происходят в таком эмоциональном состоянии, когда очень сложно себя сдерживать, и там, конечно, очень много всякого люди делают, потом часто об этом сожалеют. Вот. Но хотя бы вот на уровне родительства вести себя грамотно и строить отношения по принципу того, что мы все равно остаемся с тобой. Желательно не играть, вот, не начинать играть вот, в игру «добрый коп, злой коп». Да? Вот это хороший родитель, а это плохой родитель. Потому что тем самым мы как бы расщепляем личность ребенка, мы разрываем действительно его мир, тот, в котором он привык находиться. И мы там, заставляем его выбирать, кого ты больше любишь, маму или папу. Да? Вот. Или не люби теперь этого человека, не скучай за ним, это плохой человек, да? Он там, тебя оставил. То есть ребенку самому эта мысль не придет о том, что его оставили. Ему эту мысль кто-то должен вложить в голову. Це неправильна думка. І, мабуть, це, як от говорять, заборонений прийом чи удар під дих. Да? Такого не можна допускати. Ну, а в практиці взагалі як часто? Чого все-таки більше? Розумного розлучення з урахуванням інтересів дітей? Чи от таких от війн, де діти дійсно залишаються або об'єктом маніпуляції, або об'єктом, ну, стають страждальцями, да, от, за батьків? Хочу сказати, що раніше як-то більше зустрічалось то, що маніпулювали дітьми мамы. Сейчас очень часто встречается ситуация, когда детьми начинают манипулировать папы, ну и играть на этой детской теме. Но в принципе, если вот говорить вот глобально, наверное, благодаря тому, что у нас сейчас большой поток информации, при большом желании на любой практический вопрос можно найти ответ в сети, то таких взвешенных, грамотных и осознанных родителей стало больше. Ну вот вопрос, как поступить с ребенком в момент развода, он звучит все реже. Чаще это все-таки ну, про отношения внутри пары. Вот. А вот именно в какой стратегии, в какой роли находиться, когда мы разводимся по отношению к детям, ну это уже такой как бы изъеденный вопрос. Уже информации на этот счет много. И еще я забыла сказать о том, что очень важно ребенку дать понимание того, как будет строиться его жизнь в дальнейшем, да, после развода. То есть это та тема, которую родители должны обсудить и договориться заранее, до того, как они придут и ребенку сообщат об этой ситуации. Да. То есть они должны сразу сказать, там, ты будешь жить там или там, то есть на каких условиях мы будем встречаться там, со вторым родителем. Желательно, чтобы все-таки родители решали эти вопросы вместе, не привлекая к этому какие-то дополнительные там, социальные службы, суд или еще что-то, вот, а просто садились и договаривались, потому что, ну, все-таки тема значимая для обоих, и тут не совсем уместны эти манипуляции, и не совсем они являются правильными, потому что от этого будет страдать человек, который зависим от вас обоих. И важно попытаться максимально сохранить тот режим, в котором ребенок находился до этого, для того, чтобы как бы переход в новые условия для него был мягким. Меньше по крайней мере, да, на какое-то время, да, попытаться вот как-то вот сгладить это все. То есть, чтобы он испытывал наименьшее количество потерь в этой ситуации. Вот. И если ребенок уже достаточно взрослый, то учесть его какие-то грамотные пожелания. То есть он должен слышать, точнее, он должен знать, что его слышат тоже, что ну, как бы
хоть какое-то участие в этом процессе, но он все-таки может принять, по крайней мере, позаботиться о себе. Я так розумію, що ми наступного разу продовжимо обговорювати цю тему, тому що глибина цих проблем, мабуть, ще однієї передачі не вистачить, щоб її обговорити. Ми в следующий раз з вами поговоримо якраз о тих грязних іграх, які батьки часто устраюють в желанні навредити друг другу по итогу розводу і яким образом їх дії впливають на дітей. Дякую за цікаву розмову. Я нагадаю нашим глядачам, що сьогодні ми говорили про розлучення і про ту ситуацію, в якій можуть опинятись діти, і як не допустити тієї катастрофи, яка може дитину дуже травмувати. І наступного разу ми продовжимо цю тему. Залишайтесь з нами. На все добре.